Девушки, скажите, пожалуйста, что вы думаете о гей-парадах, которые прошли в столице и в августе должен быть в Одессе? О гей-парадах? Да. Ну, я негативно к этому отношусь, к гей-парадам. Ну, а так это... А можете обосновать? Ну, просто людям делать нечего. И конкуренты? Главное, чтобы что-то, какой-то праздник был. Нет. Это как-то... Это не объясняется. Наверное, просто им делать нечего, и все. Угу. Ну, я... Почему я так отношусь, да, к этому гей-парадам? Вот? Да, да. Ну, скажем, вот то, что говорят там, это современное, надо, как это сказать, в Европу идти, это не есть правильным. То есть это человек, скажем, предназначен, вот, мужчина для женщины, женщина для мужчины, а не извращаться по-своему, ну, то есть как им хочется. Это уже, скажем, падение морали, я бы так сказала. Но это сотворено... Богом, да? Свыше. Да, да. Создателем. Да. Да. А то остальное уже противоречит, скажем, нормальному, здравому, скажем, мышлению, рассуждению, да. Спасибо вам за ваше мнение. А вы снимаете что-то туда, я так понимаю? Да. На фоне этой замечательной надписи. Удачи вам, хорошего дня. Спасибо.